Добрый день всем, меня зовут Ярослав, я приветствую вас всех на мой канал, если вы меня видите впервых. На моем канале я рассказываю все за дальнобойщиков, за профессию водителя грузовика в нефтяной промышленности и пытаюсь со всеми поделиться моим опытом как водителя грузовика и как владельца своих грузовиков здесь, в Канаде, в нефтяной промышленности. Я также само пытаюсь всем всегда посоветовать, как стать водителем, как найти хорошую компанию, где лучше всего платят, и также само же, как перейти на самые высокооплачиваемые профессии в траковной индустрии, которые именно связаны с нефтяной промышленностью. А сейчас также само же еще и работаю в автосалоне, вот здесь в International в Эдмонтоне. У меня до сих пор есть свой грузовик, который до сих пор работает в нефтяной промышленности, так что также само же за это буду рассказывать. А для тех, которые уже давно подписались на канал, привет заново. Извините, что давно видео не выпускал. Просто за последние где-то месяц-два мы купили новый дом, в Хавайи уехали. Потом долго его еще разбирали, все эти коробки распаковывали. Так что из-за этого давно никаких видео не выставлял. Но будущее видео, которое я хочу выставить, было как раз связано с домом, который мы купили. Я просто знаю, что некоторым такие темы будут интересны. Я хочу вам показать дом, который мы купили. Процесс, как мы мыслили о том, чтобы его купить, и почему мы купили именно то, что мы выбрали. Также само же, насколько здесь легко или трудно дом купить. Я вот это хочу все обсудить. В течение переезда я также само же нашел важную коробку, в которой у меня лежат все квитанции за те года, когда я лично работал сам как онер-оператор. Так что я хочу их всех разобрать и вам показать, сколько денег грузовик зарабатывал в нефтяной промышленности по сравнению с тем, когда я работал год по Канаде и Америке ездил. Так что у меня есть все вот эти квитанции, смогу вам все показать точно, сколько стоит грузовик в месяц, сколько он зарабатывает грязными, сколько уходит на топливо, на insurance, registration, на плитку, на все остальное. Вы тогда сможете увидеть, насколько это выгодно или невыгодно. И вам будет хорошее сравнение с нефтяной промышленностью по сравнению, если просто снимать, то есть если просто ездить по хайвею как дальнобойщик, как все. Следующее видео, которое хочу вам объяснить, я думаю, многим это поможет, это как лучше всего выучить английский, потому что я заметил, многие за это спрашивают, и я в свое время учил как бы не английский, но я учил испанский и употреблял такую программу, когда я мог ездить за рулем и спокойно слушать испанский, его учить, повторять. И, в общем, хорошо выучил испанский до того, как летать в Мексику и в Панаму, так что было очень пригодиться. Было очень хорошо. Я вам всем рекомендую, конечно, до того, как приехать в Канаду, или вы, если вы уже здесь, абсолютно нужно учить английский. Это вам очень хорошо поможет в жизни и также само же в карьере. Следующую тему, за которую хочу снять, это за школу. Если некоторым, если вам это интересно, или, может быть, вы знаете кого-то другого, кому это будет интересно, я хочу вам рассказать, как я вернулся здесь в школу и именно почему. И также само же, насколько важно здесь иметь образование или не важно, и как это вообще-то здесь по-настоящему работает. Я вам хочу рассказать за мой личный опыт, как я здесь работаю full-time, то есть я работаю каждый день здесь на работе, еще учусь в университете одновременно. Так что я вам расскажу, почему я это делаю, почему именно в том университете, где я учусь. В общем, смысл всего вот этого вот. Будущие видео также само же будут связаны с truck spec. То есть, как правильно здесь в Альберте, если вы дальнобойщик и вы хотите купить свой личный грузовик или работать в нефтяной промышленности, я просто хочу всем чуть-чуть рекомендовать, как правильно нужно эти грузовики собрать именно по ту работу, которую вы хотите делать. Если вы даже смотрите за границей, это видео для вас будет очень интересно, и вам вы лучше поймете, какие веса здесь имеют грузовики, прицеп, грузы и все остальное. Вы поймете, сколько груза мы перевозим, какие комбинации грузовиков и прицепов мы также само же употребляем. Так что такое, друзья, спасибо, что подписались на данный канал, что вы смотрите. Если еще не подписались, пожалуйста, подписывайтесь. Спрашивайте ваши вопросы в комментариях, делитесь на YouTube, на Facebook, везде, где можете. Оно очень хорошо поможет. Меня зовут Ярослав, я вас вижу в следующем видео. Bye!